Итак, ребятки, добрый день. Какой-то трэш произошел в прошлый раз. Не знаю, что это было, но ладно. Итак, наша задача. Наша задача находится где-то непонятной задницы. Найти изолятор. Найдите изолятор на электровышке в натуре. И это у нас задание. Так. Трудное написано задание. Кстати, Совсем кое-что вот про эти навыки вождения забыл. Вот. Необходимо позволяет создать детали машины уровня первого. Не знаю, зачем это. Вот. Позволяет установить улучшение нитро. Это может ускорить сигнализацию. Оно громко сигналит и созывает зомби к вашей машине. Ну, понятно. Позволяет создать детали машины. Ну, ладно, давайте нитро, детали, какие детали, не знаю. Все, пока что, видимо, да? Пока что, наверное, да. Вот, вы... Ага. А сколько у нас там бензина? Можно залить? Бензин полон. Бензобак, в смысле. А не бензин. Вау, погнали. А нитро я уже установил или оно должно быть? Испытание крушитель. Крушитель. Чтобы начать испытание на вождение. Ну, давайте. Поддерживать аж. Вперед. И нужно раскрошить... Короче, всего. Смотрите, видите, я крошу. И, типа, за это что-то дает. Просто вот, давайте попробуем. Я как раз не прошел это говно, но надеюсь, я как раз пройду. Так, тут ферма где-нибудь есть, по-моему? Вот мне нужны вот эти столбы. Да, вот она. Кстати, до меня только сейчас дошло, что эта игра уже становится не про паркур, а про вот эти тачки. Точнее, паркур, конечно, есть. Но то все равно. Ну все, я опять только просрал. Да. Просто было задание. Ну нечего крушить, потому что нечего. Вот этот заб. Ну все, я опять просрал. Ладно, тогда идем к нашему заданию. Где оно тут? Вот оно. Полегче, полегче, ема, че за на. Во-во. Так, для начала возьмем что-нибудь интересное, болты. Бензинчик. Да понял, я понял. Только почему я с места не могу сдвинуться? Все, отлично. Я увидел, что я завалил задание, мне плевать. Топливо есть и болты. Болты нужны, их они все время нужны. Вот тут что-то чинить надо постоянно. Чинить все. Ну да. А улучшить, наверное, тоже что-то можно. Но мне понял. Я буду понимать в этой игре. Я буду. Я, наверное, в этой игре разберусь только тогда, когда я пройду ее минимум один раз, ну минимум один-два раза. Так, походу опять что-то на мосту. Ну, наверное. Хотя. А, вон вышка какая, значит там с электричеством что-то связано, это по-любому там. Так, давай. Точно. Так, наверху, как вы видите. Так, только бы забраться туда, бы еще более-менее безопасно. Так. Помощь кому-то нужна, да, я так понимаю? Слушайте, а нельзя, да, вот? А тут тоже нельзя. Окошко улучшить можно как-нибудь? Может быть... А, слушайте, что это плюс? Сначала на мост заберемся. Правильно? Правильно. Как раз посмотрим всякие тут детальки. Вот болты. Еще канистра. Ой, ёптить, сколько тут всего. Посмотрите-ка, везде, везде прет натрия. Я офигею. Тем более тут у нас перчик, а, или нет? А, вон он, на той стороне. У него что-то там можно купить. Ну, давайте сейчас к нему загляну на секундочку. Человек-паук чисто. Ну, Супермен. Где? А что, он ушел? Ладно, не важно. Ну, тут типа безопасный зона. А, вот он. Поменяться можно. Ограниченное предложение. Детали двигателя. И что? Подвески. Купить. А что это за ограниченный синтез? Что это такое? Купить все. Не знаю, ладно. Так. Перепрыгиваем. Вау-вау-вау, а что кошка-то была? Кошка была неактивна. Блин. Опять я в безопасной зоне? Вы что, шутите? Это ерунда какая-то. И не нужна безопасная зона.
Почему? Нет, сейчас я не в безопасной зоне. Но все равно... Все равно почему-то не могу. Сохранение прошло. Ни туда, ни туда. А, ну хотя, можно сюда. Так, тут лестницы нет, нужна кошка. Что бы я без этой кошки делал? А... вот сюда, да? Куда, блин, как бы мне туда попасть, я даже не знаю. Давайте еще раз. Сюда почему нельзя? Мне кажется, это единственный выступ, за который можно зацепиться. Или только здесь. А, я в тесте как-то сюда попасть-то. Блин, я могу только сюда. Или опять не могу, что ж такое. А если вот так? Так, какого Хуанхэ? Как на эту хреновину забраться? Доберитесь. Так, за что можно зацепиться, скоты? Ёб твою дивизию, как на нее залезть? Вон шланг какой-то. Как за нее можно... Ну как, ёб, зацепиться за нее, за эту... Ох, не буду говорить. За эту хреновую вышку. Почему вот... Вот за эту часть, видите, она вон там желто-черная. Почему я не могу за нее зацепиться? Я не понимаю, почему. Может, за этот шнур? Где этот шнур? Тут шнур какой-то был. Я не... Вот, вот за эту хрень я могу зацепиться. Вот за... За вот эту. Не понимаю, почему только? Почему именно за нее? Это знак. Это знак какой-то. И чё? Сшибись. Зацепился, блин. Чё-то вот, опять можно зацепиться. А тут никак вообще, никак. Ну никак нельзя. Можешь подпрыгнуть как-нибудь? Еще раз. Коты, я вообще... Я не вдупляю вообще, ребят, честно. Как забраться на это говно? Пфф, звездец. А, бляхнуха. Во, ёптить. Понятно. Да, ну только что мне это даст-то? Я все равно не смогу. А, не, смогу, смотрите-ка. Так, тихо. Наконец-то. И чё? Чё я теперь? Ой, смотрите, В. Ф. Давай. Чё-то он сделал. И прыгаем туда. Хренакс. И все в натуре. Бери эту штуку. Все подобрал. Встретитесь с Али. Али. Ой, блин, ну дают, а. Ну, красавцы. Я думаю, как это говно надо это самое. Оно вон как надо пройти. А где? Охренеть! Это что так далеко-то? Вот почему задание трудным является. Нихуанхэ себе. Это что это мне как-то... Да... Слушайте, я даже не знаю, как... Ну, давайте вот сюда сначала хотя бы меточку поставим. Да, ребятки. Звездос, что я могу сказать? Жопоногий. Ну, это... Не знаю. Ой-ой-ой. Взрывающееся говно это. Пытание на скорость. Да нет, спасибо, пока не нужно. Слушайте, топливо у нас нормально, я хочу сказать. Вроде бы нормально. Еще в инвентаре, наверное, до хрена есть. Сколько у нас? 9. Ну да зашибись. Заживем, наверное. Вот еще вышка какая-то. Не, ну в принципе... А, новое место отмечено на карте. Груз отобрали. Че, какой груз? Вау, куда я? В натуре нормально. Подожди. Встретиться в электростанцию плотины. Ну ладно.
Так, далеко я там? Нет, сейчас до этой точки и потом направо, я так понимаю. Так. Шлагбаум проехали. В виде дерева. Электростанция. Что-то далековато эта электростанция. Так, а куда мне лучше? Вниз или... Что там внизу? Блин, жопа какая-то. Подожди, а как же мне тут лучше-то? Так, это ЖД, похоже, живой народа. А она что, через реку там, что ли, пролегает? Хрен доедешь еще куда? Вот тут дорога какая. Давай. Не, ну заметьте, это не город с паркуром. Это что-то другое. Так, что за серпантин? Как тут проехать? Надеюсь, правильно, на правильном пути. Так. Сбивать можно. Скорость нормальная, кстати. Блин, ну где я вот опять теперь? А, блин, ладно, погнали сюда. Вот тут дорожка еще какая-то. Она что, наверх, что ли, сейчас пойдет? Дорожка. Не, вот направо. Где я в доме возле реки? А как я отвечу-то? Ну я могу помочь, но где? А, вот здесь, походу. Да блин, еще попасть к нему? Да не могу я попасть, ребят, у вас тут река. Не, ну я, в принципе, хотел бы помочь, но... Охренеть, это что за монстры тут? Вау, 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 что это такое вообще? Контрол, какой контрол? Идиоты, блин. Контрол, блин. Говнюки, а. Зашибись. Контрол, блин. О, нет. Я цветочку грохую сейчас, нафиг. Офигенно. Это болото. А чё их так много-то, этих говнюков здесь? Мне вообще он налево куда-то там надо, через горы фигачить. Чё так много этих красных здесь? Свали отсюда. Нет, 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 не надо болевать на меня. Всё нормально. Так, чё вам надо? Кому-то помочь. Помочь надо кому-то. Замечена охотничья вышка. Так, давай! Чё тут? Вот тропинка. Ништячок. Скоро тут еще? Да, вот скоро уже подъехал. Значит. Давай поможем сейчас. Перчиком. Все, тачку здесь оставляем и бежим куда-то. Это далеко, нет? Это, наверное, на берегу на том. Ладно, машину не потеряем. Блин, дельтаплан бы еще. А как я туда попаду? Лодки-то нет у меня. Вот уроды. А может тут мелко? Да, было бы хорошо, если бы было мелко. Что с водой? Поплыл, поплыл. Или не обязательно? Ну давай, поплыл. Как-то плывешь ты низко. И говняно. Давай быстрее. У меня дела, между прочим. Ускориться что, нельзя, что ли? Под водой, может, быстрее? Не знаю. У меня даже индикатора кислорода нет. Что за говно? Или мало просто поплавал? Ну-ка. Реально, где индикатор-то? Я что, бессмертный? Ой, зато ни хрена не видно. Вытри глаза. Кому тут помочь надо? Тебе, что ли? Че, кто-то... А, я... Someone close to you? My husband wouldn't go so far as to call us close, though. He never forgave me that I couldn't bear him a son. Went into town from time to time to sell our crops and go catting about. Never could keep it in his pants. But now? Now it doesn't matter, does it? Mother tells us to respect people. Блин. Только попробуй, зараза, дать мне задание, я тебя прибью. You've seen her with your own eyes? I mean,
Потому что мне нужно выполнить сначала первое задание. About a year ago. Зачем я сюда попёр, спрашивается? Wife of a respected officer. Her husband... Well, he was someone... Nothing like mine. Да, быстрее. But her husband died at the start of the pandemic. От эпидемии. Well, before she took charge Много раньше, of the чем children она стала ловить детей солнца. И тогда мы прозрели, увидели, что она такая. Древняя легенда не врала. Теперь все это знают. Все, кроме моего мужа. Everyone knows that Он now. Никогда ни во что Everyone не верил. He never had any faith. Но мне насрать, понимаешь? Я молюсь за его грешную душу, надеюсь, что она обретет покой. Он был грешником и был наказан за свои грехи. Атака зомби? Сердечный приступ. Он не заслужил стать свидетелем прихода Бога Солнца. Матерь говорит, что Бог Солнца явится, наша земля будет исцелена. Ты в это веришь? Матерь защищает нас от заразы и все. Да что за хрень она порит, блин? Ты мне задание, кто просил помочь? Не эти, что ли? Тебе стоит уверовать, если не хочешь повторить ошибку. И какого хрена я сюда... Ну, хоть сохранение есть. Вообще, Ну, короче, любое слово на «Ж», я не понимаю даже. Я вообще в шоке просто. Какого хрена я сюда... Может быть, у нее что-то было там ценное, надо было подобрать. Встань уже, прыгай, да, быстрее. Да, посмотрим, что не... Блин, да пошла она нафиг. Ни хрена нет вообще, зашибенно. Слушайте, а может к ней еще можно раз подойти? А кто меня тогда просил о помощи? Причем какой-то чувак... Ладно, да, быстрее, извините, конечно. Такой туфта такая получилась. Ты можешь подняться над водой? Вот хрен я больше кому помогу после такого. Не знаю, может просто надо было с выжившим этим поговорить. Мне за это что-нибудь дадут. Ну, естественно, зомбари в воде погибают. Кстати, я говорил про фильм, который я, по-моему, грустный. Фильм, который... Не помню, я это в какой части видео говорил. Про зомбарей, по-моему, называется «Рассвет мертвецов». Ну так, сгладить этот потрясающее плавание, немного сгладить разговором. Так вот, «Рассвет мертвецов». И там, короче, сюжет в том, что они, люди, видимо, в торговом центре, по-моему, закрылись. Я просто не помню, как называется этот фильм, но, по-моему, так. То есть, как бы люди там закрылись, они остались в торговом центре. Не знали, видимо, что делать, там зомбари вокруг, ну, многоэтажный такой торговый центр этот. И люди начали там развлекаться. Ой. Так, куда нам тут поближе-то? Ладно, жопу, летем на точку чисто. А, блин, зомбари еще там мерзкие. По тропинке поедем. Вот, ну, наверное, меня плохо слышно из-за этого вождения, поэтому сейчас расскажу, когда доедем. Если, конечно, доедем. Я на это очень сильно надеюсь. Ни хрена не знаю дороги. Так, ну сейчас вот должна вот эта дорога может вывести. Мне кажется, она должна нам как-то помочь. Серпантин, я еще плевану, когда буду ездить на ней. Не, крушителя мне не нужно. Конечно, вот этот забор, может быть, и можно его расфигачить, но нет, спасибо, потом как-нибудь. Блин, что за серпантин реальный вообще? Не хочу сокращать, а то вляпаюсь еще в какое-нибудь говно. Так, погнали. Ага. Так, стоп. Вот сейчас уже что-то не то. Тропинки сюда. Надеюсь, я... Вот там, мне кажется, вдалеке что-то... Ой-ой-ой, зомбари. Надеюсь, там есть электростанция. Это она есть. Может быть, вон вдалеке какое-то сооружение. Ну, скорее всего. Я очень надеюсь, что это оно есть. Представляете, нам еще назад перейти. Это вообще капец. И эти тропинки плохо отображены на радаре. Может быть, из-за того, что территория не открыта. Я понятия не имею. Но мне кажется, мы приехали.
Так, да. Я чувствую. Что это белое тут? Вода, что ли? Опять воды. А, ну этот взрывоопасный, ладно. Он не такой долбанный, как паркурщики эти. Они вообще меня бесят. Нервные какие-то. Так, ладно, мы подъезжаем, я расскажу. Короче, закрылись в торговом центре, начали там развлекаться. Там потом показывали, как кто-то трахался, я помню. Но неважно, это не очень хорошо. Вот. И что я вспомнил-то, что, может быть, к многим... Просто мою тачку не взорви, смотри. Многие, может быть, мечтают... Он что, сдох, что ли? Да, зацепился. Многие мечтают о том, чтобы на время так погрузиться в этот зомби-апокалипсис. Там, я не знаю... соорудить себе какое-нибудь убежище и фигачить там зомби отстреливать. Так, а нам нужно встретиться с Аль. Короче, нам надо его найти, я так понимаю. Вот, попаркурить тут можно. А чё... Капец. А чё мне делать? Ну, в смысле, я не знаю, может быть, их раздолбить всех надо? И в итоге он скажет: о, чувак, а для чего? Кто тут? О, это чё? Это кто? Это есть этот? Смотрите-ка, они меня не трогают, да? А, вот Али. Я проклят, если это Крейн. Рад тебя видеть. Ты про это? Это благословение матери. Он один из безликих. Отлично, я хочу у него кое-что спросить. Не смей его беспокоить, разве ты не понимаешь, что он и молитвы защищают нас? Ладно, тогда не будем ему мешать, у меня для тебя кое-что есть. Билал шлет свой привет. Вот упертый. Так что, свет можно включить? Нужно что-то еще? Раз уж ты, да. Раз уж ты спросил, да. Когда эти старые мутатор вырубила, его надо включить. Ну конечно, нам надо что-то обязательно включить. И где он? Внутри плотины. Я тут уже почти все закончил. Так что чем быстрее сделаешь, чем что-то там другое. Встретиться с Али. Так, сверну это мы сделали. Так, и теперь надо войдите внутрь плотины. Зашибись, друзья! Зашибись! Люблю я. Представляете? Представляете, какой эпик будет, если ее прорвет. Вообще крутяк. Интересно, а вот эти чуваки, они будут нас трогать? Надеюсь, нет. А, это даже не новая локация. Хотя, кто знает. Используйте главный рубильник. Я надеюсь, он просто внизу там находится, и просто надо включить. И не надо никуда там через всю плотину фигачить. Контрольная точка. Фигово, фигово. О, нет. Какой огромный...